На одну достопримечательность больше. В Самаре открыли барельеф, посвященный единственному концерту Шаляпина в городе. Скульптурная композиция расположилась на фасаде филармонии. Именно здесь раньше располагалось здание цирка «Олимп», где ровно 106 лет назад великий русский оперный камерный певец в течение 2,5 часов исполнял русские народные песни и произведения Дергомышского и Римского-Корского. На барельефе Федор Шаляпин в самом расцвете сил, в концертном фраке на фоне рояля. Автором произведения стал самарский скульптор Николай Куклев. Это фрагмент именно концерта в Самаре. То есть он там достаточно молодой человек. К сожалению, сейчас барельеф – это очень сложный вид искусства, он требует определенного освещения, поэтому сейчас мы не видим, что он там достаточно юн. Вот. А так, на самом деле, работали с фотографией, где Шаляпин молодой. Шаляпин первым на русской сцене ввел традицию камерного концерта. Его концерты были настолько необычайны, настолько впечатляли слушателей, что они выходили с концерта не просто в приподнятом настроении, а по общему мнению хотелось творить, что-то делать. Он поднимал своих слушателей до собственной высоты.